в огне гражданской войны была сформирована восточная бригада курсантов, от которой ведет свою славную историю Тбилисское высшее артиллерийское командное краснознаменное училище имени 26 бакинских комиссаров. Само собой разумеется, что будущий офицер-артиллерист должен отлично вести огонь из любого орудия, уметь четко действовать на месте каждого номера боевого расчета. Командир и воспитатель в одном лице. Человек, который в решительный час поведет подчиненных в бой. Не вдруг и не сразу вырабатываются эти качества. Современный офицер-специалист широкого профиля. Его деятельность не ограничивается лишь умелым владением средствами ведения огня. Ракетно-ядерное оружие, радиоэлектроника и атомная энергетика требуют от офицерского корпуса качественно новых знаний. Учебный процесс в училище построен так, чтобы органично развивать творческие способности курсанта. В училище работает опытный командно-преподавательский состав, в котором немало бывших фронтовиков. Встреча курсантов со своими наставниками в традициях училища. В этих беседах открываются новые подробности подвигов, совершенных питомцами училища в годы Великой Отечественной войны. Желанные гости курсантов – пионеры тбилисских школ, ведь у многих тут учатся их старшие братья. Отличными успехами в учебе готовятся встретить курсанты-артиллеристы всенародный праздник – 40-летие Великой Победы. Кажется, нет ничего проще для женщины, чем пришить пуговицу. Но снарядить мундир, хоть и небольшая, а наука. Строгие уставные требования к форме одежды никому скидки не дают, ни солдату, ни генералу. Без помощи знатока тут не обойтись. Все должно быть точно, одинаково и, главное, по уставу. А вот здесь все наоборот. Никакого стандарта. Опытный повар Мария Васильевна Новожилова учит. У каждой хозяйки должно быть непременно свое традиционное семейное блюдо. Жизнь военного человека нелегка. Постоянная учеба в условиях, приближенных к боевым, требует от офицера полной отдачи всех физических и нравственных сил. Не случайно говорят, офицер – профессия героическая. На крайнем севере, в горячих песках Каракума, в глухой тайге, всегда рядом с офицером его боевая подруга. Боевая подруга. Эти слова как нельзя лучше выражают общественную роль женщины, избравшую трудную, беспокойную жизнь жены военнослужащего. Нет даты, когда были созданы в армии первые женские советы. Но уже в годы гражданской войны рядом с мужьями были их верные боевые подруги. Женские советы – это общественные организации, призванные содействовать командирам и политорганам в деле коммунистического воспитания семей военнослужащих, личного состава подразделений. Сложная эта работа. В Венском гарнизоне успешно действует женсовет, возглавляемый женой офицера Ниной Николаевной Тихомировой. Обсуждается важный вопрос, как помочь командованию части организовать достойную встречу 40-летия Великой Победы. Но не забыты и повседневные дела. У командира танковой роты капитана Рашида Ибрагимова и его жены Марии родилась дочь. Предложенный активистами женсовета ритуал регистрации новорожденной пришелся по душе всем. И маленькой Альбине тоже. Молодые воины приняли военную присягу. Женсовет и тут проявил хорошую инициативу. И вспомнились солдату мамины пироги, родной дом, близкие.
Время показало, что такие вечера способствуют общему взаимопониманию, а значит и благотворно влияют на военную службу. В крупнейшем выставочном зале Москвы развернулась экспозиция студии военных художников имени Грекова, посвященная 40-летию Великой Победы над гитлеровским фашизмом. Образное воплощение воинского подвига во всем его многообразии – главная тема выставки. В залах представлены произведения различных жанров, посвященные ратному труду, духовному миру воина наших дней. Наряду с известными мастерами изобразительного искусства в экспозиции и работы молодых художников-грековцев. Выставка пользуется большим успехом у трудящихся Москвы и воинов столичного гарнизона. В эти дни Московский дом военной книги стал одним из центров предпраздничной торговли. Говорит директор дома, заслуженный работник торговли Изабелла Николаевна Давыдова. К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне в доме военной книги имеется широкий выбор военных мемуаров. Военные мемуары пользуются очень большим спросом среди наших покупателей. Интересуется молодежь историей наших вооруженных сил, участники Великой Отечественной войны и многие организации и учреждения хотят сделать приятное участникам войны и подарить что-то на память. И мы принимаем предварительные заказы. У нас имеется широкий выбор наглядных пособий. Мы можем предложить и открытки, плакаты, альбомы. Столица Советской Белоруссии сердечно встретила воинов-спортсменов, прибывших для участия в 10-й зимней спартакиаде дружественных армий. Соревнования посвящены 40-летию победы над фашизмом во Второй мировой войне. На открытии перед спортсменами выступил с речью главнокомандующий объединенными вооруженными силами государств-участников Варшавского договора маршал Советского Союза Куликов. Напряженная и увлекательная борьба развернулась повсюду. На хоккейных площадках, лыжных трассах, трамплинах. В хоккейных баталиях победили советские спортсмены. Чехословацкие летающие лыжники первенствовали в прыжках с 90-метрового трамплина. Патрулей в упорной борьбе одержали победу советские лыжники. Спартакиада проходила в духе искреннего товарищества, характерного для состязаний воинов братских армий. Тепло и забота, которыми окружили советские люди дорогих гостей, оставит надолго добрую память в сердцах участников спартакиады.